Кража магазина без взлома. В Омске на улице Молодогвардейской из торговой точки вынесли все деньги из сейфа. Казалось бы, идеальное преступление, но прокололся злоумышленник в мелочах. Подробности в нашем следующем материале. Заявление поступило от представителя магазина, который специализируется на продаже спиртного. Из торговой точки пропало 71 тысяча рублей. Кто-то проник в помещение и опустошил сейф. Не сработала система сигнализации. Уже позже станет известно, электронное устройство просто выключили. Полицейские изучили камеры наблюдения в магазине. Краткометражное кино приоткрыло завесу тайны. В главной роли мужчина. В нем сотрудники торговой точки узнали бывшего коллегу. Охранник уволился 2 месяца назад. Он хорошо знал систему безопасности и имел дубликат ключа от входной двери. Январской ночью проник в магазин, отключил сигнализацию, совершил кражу, а затем вновь активировал охранную систему. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому в краже 40 лет. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. За несколько дней, пока длился розыск, злоумышленник успел потратить всю сумму, а это более 70 тысяч рублей. На допросе он признается, что спустил деньги на развлечения.